Читалка Spikit читает, оказывается, любые тексты, появляющиеся на экране. При написании какого-то текста хочется услышать, как он звучит, поэтому я выделяю часть этого текста. И запускаю читалку. N. Вариативность технологий, обеспечиваемых сервисами Google Apps, позволяет максимально приблизиться к реализации индивидуальных образовательных траекторий. Работа с видеоматериалами к самым значимым из можно отнести создание тематических плейлистов, объединяющих выбранные составителем фрагменты видеороликов, с разных сторон раскрывающих то или иное явление, рассказывающих о каком-либо устройстве. Количество активностей студентов при работе с сервисами Google Apps возрастает настолько, что преподаватель не может справиться с их объективным оцениванием. Здесь и работа на помощь приходит, взаимное самооценивание. Роль экспертов играют сами студенты, участвующие в семинарах или хангутах по решению задач. Для обработки результатов взаимного оценивания используются графы многокритериальные взаимное, и самооценивание приходится выстраивать с учетом межличностных взаимоотношений в небольшом лекционном потоке, поэтому выбрана стратегия разнонаправленных критериев. К примеру, оценивая решение задачи очередным докладчиком достаточно высоко, студент повышает общую оценку докладчика, но одновременно повышается вероятность того, что именно эта задача, как хорошо понятая на семинаре,